А как называется твой стиль? Пробую все. Повторяла ли рисунок дважды или каждая картина индивидуально? Пробовала повторять, плохо получается. Как много времени уходит на одну работу? Технически немного, если это уже есть в голове и прожит. Что тебе больше всего нравится в процессе написания картины? Честно? Честно. Запах краски. И грязные руки. Откуда взяла идея использовать необычные материалы, как дерево, песок? Это давно известно, это не я. А влияет ли современное искусство на твои работы? Конечно, влияет. Какой самый часто используемый материал? Пастель. А ты посещаешь другие арт-выставки? Обязательно. Много. А твоих много было? Больше 5, меньше 100. А с какого возраста ты поняла, что искусство – это твое? Понятия не имею, не знаю. А ты когда-то оставляла свое занятие на очень долгое время? Да, тогда я думала, что я инженер. А ты что-то заканчивала или ты самоучка? Только художественную школу. А откуда ты берешь вдохновение? Наверное, из момента. И знаешь, еще Turner Mood Track. Смотри. Вот это все.